Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, ну что же, я понял ваши комментарии по поводу нашего нового героя, поэтому я сразу же хочу его поменять. Так, сменить героя, где у нас этот владыка, который нам не нужен. И давайте-ка мы его поменяем. Сколько у нас? Соточка? Соточка есть? Поехали. Да ядрёно ты, Воша, а выпал бат. Блин, ну как так, а? Нет, бат нам не нужен, у меня уже есть. Эх, буквально чуть-чуть не хватает. Ладно, ребята, блин, пускай пока будет так. Ну что же, давайте заберем вначале мы все одним кликом. Все наши, как говорится, выигрыши всякие. Ой, получить одним кликом, куда я нажимаю-то, ё-моё. Так, 7 сердечек, бриллиантики, золотишко. И все. Хорошо, а уровень? Уровень я получу хотя бы? Давайте-ка проверим, ребят. Мне нужен уровень 74-й. Да, ну неужели, ребят, наконец-то. Наконец-то мы с вами продвигаться будем дальше. Это уже хорошая новость для меня, по крайней мере. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по рюкзачку. А, ну понятно, тут осколки. Аллелия, которую я еще не стал призвать, потому что не вижу пока в этом надобности. Ну и, пожалуй, мы начнем сразу же, ребята, с основных заданий, конечно же. Так, собрать награды. Собрать награды. Ёлки ты. А чё? Ах, ну да, ребята. Да-да-да-да-да. Еще не произошел откат. Я сидел поздно ночью, ребятушки, играл. Ну а теперь сижу поздно вечером, играю, и все равно еще откатик. Странно. Так, ну-ка посмотрим. Тут-то что-нибудь я могу получить? Нет, к сожалению, я здесь тоже ничего не могу получить. Вот тебе ра. Ну хотя. Ну, в таверне-то хоть что-нибудь поменялось у нас, эй? Нет, ребята! Дудки, говорят. Вот это я, да, начал, ребята, серию, да? Просто замечательно. Ну что, испытание храбреца, наверное, тоже у нас. Да. Да, ребята, ничего у нас не откатилось. Ой-ой-ой-ой. Ну что же мы тогда с вами будем делать, я не знаю. Давайте попробуем поиграть в компанию, что ли. Так, круг призыва, а что у меня тут? А, ну я могу призвать дружеский призыв. Ну давайте сделаем, посмотрим. Ага, трехзвездочный Антонин. Не интересует, если честно. Так, ну что, я понял, ребята, так. Мы с вами будем... Погоди-ка секунду. А что здесь означает? Круг призыва, смотрите. А, бесплатно, конечно же. Ой, недотепа. Короче, мы с вами будем качать, как я понял, ребята, кэрри. Значит, кэрри и... эволюцию давайте сделаем. Шикандос. Сколько у нас тут хватит на прапывание? Ёлки-палки. Еще одну эволюцию. Хо-хо. Ну что же, я считаю, что это неплохо, ребят, неплохо. Я ему практически все открыл. Яростную атаку, демоническую силу, ну и трик Карима. Это все у него было. Так, вред к пастору и 300 к силе атаки. Ладно, хорошо, пускай будет у нас так. Ну что же, раз нам пока, ребята, нечего делать, давайте сходим с вами в компанию и посмотрим, как у нас здесь будут продвигаться дела. Что мы будем за это все дело зарабатывать, естественно. Мне так лично очень интересно посмотреть, как у нас здесь будут обстоять дела. Ну что же, поехали в бой. Так, погоди-ка. Что это за состав такой? Иди отсюда, не позорь меня. Мою седую голову. И вот этот тоже здесь не нужен. Да, вот так вот, ребятушки. Оборотень включен. Вижу, ребята, по ауре. Поехали. Должны тут, по идее, рвать всех. Ой, зомбарики. Оу. Черт подери, этот медузник нам тут не нужен. Это босс же, по идее, да, ребята? Это боссик. Так, траванули. Ну что, зомбарей мы, ребята, с вами уложим. Как я понимаю, и остался лишь боссик. Ему не жить. Хе-хе. Сосунище. О, ребята. Пятизвездочный, да, 10 карточек мы с вами нашли. 10 осколков. Неплохо. Ну что ж, давайте дальше будем с вами продвигаться. Ой, как же мне вот эти вот штуки, ребята, нужны, а? Свитки для основной задачи. Что-то как-то я их все не получаю. Да вот эти бы тоже, честно говоря, материал чудака и... Они так называются? Оба, что ли? Это злой дух, а это у нас камень хаоса. Ладно, ребят, неважно, поехали фармить. Сейчас, как всегда,
2-3 уровня пройдем, скажут: а заработайте-ка, пожалуйста, 76 уровень. Да? Будет такое или нет? Ну что, поехали. Будем наказывать. Тут у нас гномы, да? И фехтовальщики, видимо, какие-то. Воу-воу-воу-воу, потише, ребятули. Что за дела, я не пойму, а? Хоп-хоп. Ну что же, авансом, ребята, победа за нами. И довольно легко их разобрали так. Ну вот, видите, все дают по стандарту. Опыт, деньги и души. А вот чтобы там книжечку какую-нибудь выбить или еще что-нибудь, хренушки тебе. Это, наверное, нужно ставить, ребята, на автофарм. И чтобы они там сутками напролет бомбили-бомбили. И то не факт, что они это получат все. Так, ладно, Лимон, успокойся. Сейчас мы придем, попробуем разобрать. Кстати, я так и не успеваю посмотреть, что у нас все-таки делает Кэрри. Надо глянуть. Ну, я вижу, он атакует ближним боем. Так, тыщ, тыщ, ага, что-то делает, только что я так и не увидел. Топорик получили, трехзвездочный. Хрень, она нам не нужна, поехали далее. Сейчас дойдем до своего предела, посмотрим, какой он у нас будет. Ну, давай, давай. Блин, вот Бада бы мне, наверное, сменить на какого-нибудь убер-танка, я прям не знаю. Бад прокачан, но я чувствую, что в нем нет, ребят, потенциала, нету. Но заменить пока мне его нечем, поэтому будет стоять до последнего. Ага, тут у нас... А что это вот я забыл, ребята, за значок? Ладно, неважно. Главное, что мы их разбираем, причем... Оу-оу-оу-оу, тихо. Буянят здесь мне. Разобрали. Да, души, опыт и деньги. Как-то все, ребята, по стандарту. Кстати, ну-ка, дайте-ка посмотрю, сколько тут еще. Ну, еще прилично. Слушайте, а может быть мы сегодня с вами пройдем эту жаровая земля? А? Что скажете? И переберемся на последнюю локацию. А потом уже там, ребята, это у нас такая легкая, да? Заходочка получается. А там будет потом посложнее. Смотри-ка, опять эти, кто же это вот такие у нас, я забыл. Ладно, главное, чтобы их разобрать у нас получилось. Так, оу, бат, в камень, и норма тоже в камень у меня превратилась. Но все равно мы победили. Смотри-ка, бронечку получили. Хорошо, давайте продвигаться. Да ладно, ну что ты будешь делать? Ребят, это, видимо, специально сделано. Ну что, вот где я теперь буду зарабатывать 76 уровень? Кто мне скажет? Опять заходить раз в пятилетку, снимать эти, как говорится, сливки. Свободный остров, я там ничего не могу сделать. Дерево провидца, тоже ничего нету. Ребята, придется мне ждать 3 часа отката, но я пойду спать, мне на работу с утра, поэтому как-то не айс. Тогда мы сделаем с вами проще. Эту серию я выкладывать не буду сегодня, а сделаем уже потом по откатывающую серию. И просто я объединю их две. Я думаю, что это будет справедливо. Ну, а пока, ребятушки, все. Всем пока. И до новых видосиков, удачи вам. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Ну что же, поехали. Заданий, как обычно, ребята. Выполняем длань Мидаса. По любасику, деньги нам всегда нужны. Замечательно. Главное, что, ребятушки, откатились все задания. И, как говорится, будем все это дело сразу получать. Так, 6 сердечков получили. Давайте здесь поищем что-нибудь. Ага, 338 тысяч получили бабла. Так, здесь нам ничего не нужно. Так, секунду, подожди, мы же... Ага, да, давайте на босса нападем. Ух, рейд, десяточку выставляем. И наказываем, жестоко наказываем, ребят. Так, включаем оборотня, естественно, как же мы без нашего родного змейчика-то, а? Вперед, как говорится, из песни. Во, неплохо, еще 6 сердечек, ребята, кверху у нас упало. Так, замечательно, выполнили это задание. Так, ну что ж, давайте крутанем 2 раза колесо фортуны. Я надеюсь, нам фартанет и что-нибудь хорошее выпадет. Хотя шанс минимальный. Ну, естественно, 60к душ. Давайте еще разок. И нам выпадает... Давай-давай-давай, чё... Да, конечно, опять 60к душ. В принципе, все, ребята, опять же мы выполнили еще одно очередное задание. Так, выполнить 2 задания таверны. Хорошо, отправляемся. Оу. Так, желание света, искать оружие Кэрри, угроза Густа. Давайте все тогда делать будем, ребят, с вами. Естественно, активируем свиточки. Угу, погнали. Автозаполнение. Вперед из песней.
Так, замечательно. 8 алмазов получили. Здесь ускоряемся, ребята. 20 тратим, 40 зарабатываем. Точнее, всего лишь 20, но уже тоже неплохо. Так, бесплатно, еще 4 кристалла. Давай далее. Так, кто у нас там? Пропащий Гера. Ну, давайте найдем этого Геру. Ускорить. 20 тратим, ребята, 60 получаем. Точнее, получаем 40. Ну, из расчета того, что 20 уже у нас потрачено. Так, а здесь мы осколки получаем. Отлично. И последнее задание, ребята. Ну, не будем, наверное, мы ускоряться, пускай оно само по себе дойдет. Так, изготовить 3 снаряжения. Вперед и смотрим, ребят, что мы можем с вами сделать. Во, давайте ботинки будем делать. Может быть, даже красненький получится. О, давайте красненький еще сделаем. Замечательно. Так, и еще. Ну, давайте еще ботинки сделаем. Так уж и быть. 20к потратим. Замечательно. И больше, по-моему, все, ребят. Нам ничего здесь не надо делать. Получаем реворд. Так, выполнить базовый призов и героический. Давайте на арене вначале мы подеремся с вами. Вызвать мы всегда успеем. Так. Погнали. Оборотень включен, все отлично. О-о-о-о, подожди-ка, ребята, а почему у нас стоит... У нас стоит с вами... А, хотя ладно. Владыка, видите, ребята, по идее он здесь не должен у меня стоять. А, здесь у меня стоял лутец в свое время, да. Он занял просто-напросто его место. Хорошо, ладно. Пока мы рулим с вами. Да, нам придется все равно нижнего, как ни крути, бомбить. Погнали. Очередная победа. Ну все, 3 боя мы с вами сделали, можно... В принципе, уже и закругляться. Пошли отсюда. Так, забираем, ребята, реворд. Отлично. Так, ну что, у нас остались только призовы, да? А, нет, можно еще в рейд. Давайте, ребята, рейды. Все быстренько с вами пробежимся. Вызов. Так, на... А когда мы получим с вами 4-ю ступень, а? Интересно знать. Мы сейчас в данный момент почему-то на 3-й зависли, и все. Так, 110к, 110к. Давай еще столько же. Ага. Еще 110к получили. Так, все, здесь мы выполнили с вами, ребят. Давайте вызов храбреца теперь выполним. Поскакали. Ага, камни прогресса, 50к душ. Повторчик, замечательно. Так, здесь закончили. Давайте теперь на осколки сходим. Ну, фартани. 4-звездочный и 3-звездочный, ребята. Осколочки нам выпали. Ладно, хорошо, здесь главное завершили мы. Получаем 20 брюликов. Ну что же, теперь я думаю, что можно, ребята, и выполнить вот здесь вот. О, шикарно, я вам скажу. Ну, мало, мало, ребят. Уровень дадут? Ага, губишки раскатил. Скажут уж, да, что ты зачастил, братуха. Захотел уровень. Да, только остается, ребята, делать призывы. Но для этого давайте-ка мы сейчас с вами заберем. Подожди-ка. Нет, у меня этого ничего нету, поэтому замещать я ничего не собираюсь. А вот 30 брюликов я, пожалуй, заберу. Отлично. Так, здесь больше у нас пока ничего нету. В этом ивенте, ребят, я не знаю, в чем суть его. Фестиваль бойцов называется. Что-то нужно сделать за победу в турнире кристаллов или межсерверном. В любом случае, мне сюда пока рано, мне кажется, лезть даже. Поэтому я, наверное, перебьюсь. Так, что у нас еще, ребят, намечается? Давайте-ка мы вначале заберем все одним кликом. Это надо было вообще в первую очередь там делать. А, хотя тут не так уж и много призов-то нам надавали. Так, у нас с вами испытание храбреца недоступно. Осиное подземелье. Давайте-ка, ребятушки, с вами немножечко буквально поиграем. Так, кого возьмем? Возьмем, пожалуй... Слушайте, а может быть взять... Давайте, наверное... Я не знаю, кто лучше. Давайте, наверное, Бада поставим. Ну, свой старый коллективчик. Ну, и я думаю, что... А, мест больше нету. Можно было бы, конечно, Керри поставить. Ладно, фиг с ним. Давайте, будем смотреть. Так, демоненок тут у нас маленький вышел. Так, вот так, ну, смотри. Подожди, ручной. Ага, вот у нас. Без показа боя. О, торгаш, тихо, подожди, ребята. Слишком дорого, братюня. Ты мне не нужен, извини. Фига ты. Так, кентавриха. Подбили. Так, ты опять тут появился? Оу, а вот это, ребята, я, пожалуй, возьму. Я знаю, что на рынке он стоит 150, ну, фиг с ним.
25 брюликов переплачу, как говорится. Так, бабульку мы с вами снесли. О, молочко. Молочко нам дали. Так, скелетик, иди отсюда. Ты нам тоже здесь не нужен. 26 камней прогресса дали. Так, голем. О, еще пробирка. Я вот так и не понял, ребята, что будет, если мы с вами соберем 20 пробирок? Что-то ведь дадут, ведь так, по идее? Единственный способ, ребята, узнать, это собрать. Но это так долго, если честно. Хотя, ребят, в принципе, на мобильник, да? Кликай, кликай себе, кликай, да кликай. Это здесь много времени, а с мобильничка это милое дело, ребята, играть. Практически все движение одним пальцем, ребята. Ладно, давайте звезданем этого мага. Я просто хочу посмотреть, ребята, торгашку, которая там лучшая. Так, 24 тысячи мы заработали. Как-то там у нас сундук типа упал. Используй секретное молоко. Ну давай, что оно делает? Ах, все, ребят, понял. Молоко нам, значит, восстанавливает здоровье. Не знаю, правда, о, еще. Так, бабуля, вали отсюда, ведьма. Ты меня не устраиваешь, ты мне не нравишься. Не симпатичная ты, ничего. Так, что у нас тут? Элементарный, средний и сложный. Я не могу, ребят, да? Их почему-то здесь купить, главное. Так, скелет опять, иди отсюда. Не нервируй меня, муля. Воу, воу-воу-воу-воу, тихо. Ой, как... Слушай, ребят, ну я думаю, что это дорого все-таки. Не знаю, вы мне напишите на будущее, стоит ли покупать орб за 500 брюликов. Вот мне кажется, что это слишком дорого. Тем более, вы знаете, какой-то маленький шанс на выпадение нормального героя. Так, ну что у тебя? О, я возьму, ребят, я возьму. Слушайте, я, наверное, все-таки сделаю подписку в этой игре «Выдал героях» именно на брюлики, где там 9000 за месяц можно набрать. Можно, в принципе, неплохо тут свиточков понабрать. В общем, а вы мне напишите, стоит ли так заморачиваться или нет. Или все-таки лучше своим методом, как говорится, проб и ошибок все делать. Ну что, свиточек мы с вами приобрели. Давайте вот этот вот еще жетончик возьмем. Я просто, знаете, что хочу, ребят? Получить третий VIP. Третий VIP, чтобы можно было мне уже участвовать во второй рулетке. У нас же открыта как бы простая сейчас, а там будет улучшенная. Вот я хочу в ней, ребят. Так, нехватка душ. Ай, как жалко, ребята, нехватка душ. Блин, ну я кэри обязательно, ребят, прокачаю. Спасибо, что вы мне помогаете в этой игре разобраться. Очень вам признателен. Как говорится, дайте только мне понять, адаптироваться. Было бы у меня, конечно, ребята, время, я бы читал бы и смотрел бы гайды и все это. Но нету, нету элементарно времени у меня либо смотреть гайды, либо, ребят, снимать для вас видосики. Просто зашиваюсь, нехватка времени капитальная. Как говорится, что успеваю, то и делаю. Вот, и в основном, ребята, приходится жертвовать своим сном, снимать это все ночью, особенно когда приходишь с работы, уставший. Ой, в общем, кавардак. Но, тем не менее, видосики, ребята, выходят. Выходят, так что 14 брюликов, я понял, ребята, здесь базу тоже не улучшаем, потому что иначе будут слишком сильные монстры, и я не смогу здесь потом фармить. Ну что же, я думаю, давайте посмотрим, что у нас здесь. 13к. Мне сказали, если нажать на пушку, то можно сделать неплохой рейд по зачистке вообще всего, всех островов. Поэтому давайте проверим, так оно или нет. Ну понятно. Для кожи, для этого. Так, давайте выставлять своих самых-самых-самых мощных ребят. Так, бат. И давай кэри. Все, такой состав у меня. Включаем нашего ребята-оборотня. Отлично. Ну что ж, поехали. Ой, а, ну да, все нормально. Смотрите, ребята, полная зачистка. Полная прошла. Никто не остался в живых. Слушайте, я думаю, что надо еще в логово пустоты 100% рейд устроить тоже. У меня же там еще вроде бы остались, да? Да, ребят, 6 штучек. Давайте всех вбухаем их. Вдруг мы победим босса. И вы сказали, там будет какой-то оранжевый Во! Фрагменты оранжевой чудо-вещи. Я, честно говоря, еще не знаю, что это такое, но в ваших комментариях я это прочитал. Поэтому будем впредь с вами проходить все. Так, вроде бы с этим делом мы покончили. С этим островком, ребята, все отлично, все шикарно, мне нравится. Можно отсюда, в принципе, выходить со спокойной душой и с чистой совестью. Вот что самое главное. Так, жалко, конечно, что у нас островок испытания храбреца недоступно. Сюда только 80 уровень нужен. Так, здесь у нас, ну, в принципе, тоже ничего не осталось. Так,
Получить... А, ну это понятно, это все, ребята, по героям. Да... Надо как-то... Надо, ребята, улучшать. Вот интересно мне знать, кого в первую очередь лучше улучшить. Напишите мне в комментариях, на кого надо собирать уже картишки. И будем уже, как говорится, стараться. Так, ну мне надо бы еще оборотня. Ребят, давайте-ка еще призовы сделаем. У нас же с вами купленные. Давайте-ка посмотрим, что нам здесь достанется. Так, дружеские очки потратим. Да ну, лашпен какой-то выпал нам. Так, давайте теперь простенький с вами вызов сделаем. И... Да, двухзвездочный носорог. Хорошо, давайте здесь глянем. Ага, Лимон Гайден, да? Четырехзвездочный. И да ладно тебе, пастор трехзвездочный. Ёлки-палки, ребят, ну это никуда не годится. Хотя лимон нам сгодится потом на прокачку. А вот этих вот лашпенов давайте с вами продадим. Они нам не нужны. Так, сколько у нас? 950 всего гемов, ребята, 950. Кстати, хотелось бы узнать ваше мнение, что покупать за гемы, какого персонажа. Я думаю, что, наверное, все-таки Кэрри покупать стоит за кристаллы за эти. Так, ну что у нас осталось-то еще? Так, подожди-ка, что это такое? А, реверт, конечно же, забираем. Потом попозже, ребята, поднакопим чуть-чуть побольше очков и уже будем апать нашего оборотня. Так, ну что, выполнили мы с вами базовый призов, выполнили мы героический, получаем по 23к душ. Ну, осталось только лишь собрать 5 раз награды. Так, трофей 5. Ладно, дальше мы, как вы помните, ребята, с вами пройти не можем, потому что нам нужен 76 уровень. Это просто какая-то засада, на самом деле. Поэтому я не смогу сейчас ничего, ребята, больше и сделать-то, в принципе. Ну, я считаю, что все, что я успел, все подобрал. В башне, вы помните, я застрял, продвинуться не могу, надо как-то укрепляться, усиляться. Ну что ж, будет пока у меня стоять, ребята, автофарм. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся вскоре, ребят. Стоп, ребята. Самое главное, это я забыл, о чем я все время говорю. Вы просили показать, на каком сервере я играю. Да, конечно же, я вам показываю. Смотрите, ребята. S330. Вот на этом серваке я играю. Не знаю, хорош, не хорош, тоже напишите. Мне будет очень интересно это узнать.